Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритя, нарам чайва, народтамам, девим сарасватим, вьясам, тато джая мудирает, нашта праешу абхадришу, нитям бхагавата севая, бхагавате уттама шлоке, бхактир бхавати найштики. Перед чтением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем к победе, выразим свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Наранараяне Риши, богине учености, матери Сарасвати Шили Вьясадеве, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам и служению чистому преданному Бхагавате, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваемому в возвышенных стихах, необратимо утверждается в сердце. Шримад Бхагаватам, песнь 4, глава 29, беседы мудреца Нарады и царя Прачинабархи, текст 69. Саттвай каништхе манасам бхагават паршвавартини тамашчандрамаси ведам Упараджьява Бхасате. Перевод. Находиться в сознании Кришны значит постоянно общаться с Верховной Личностью Бога, пребывая в таком состоянии ума, в котором преданный видит мироздание таким, каким видит его Господь. Такое видение мира не может быть постоянным. Оно открывается человеку, подобно темной планете Раху, которая становится доступной нашим взорам только когда на небе светит полная луна. Комментарий Шрилы Прабхупады. В предыдущем стихе объяснялось, что обычно материальные желания возникают в уме живого существа в определенной очередности. Но иногда по высшей воле Верховной Личности Бога человек может сразу увидеть все накопленные им желания. В Брахмасамхите сказано «Кармани нирдхати кинту ча бхакти баджам». Когда человек поглощен деятельностью в сознании Кришны, число его материальных желаний значительно уменьшается. Более того, эти желания больше не приводят к формированию грубых физических тел. Вместо этого, по милости Верховной Личности Бога, все желания, накопленные в уме преданного, открываются его взору. Согласно этому стиху, тень, закрывающая полную луну во время лунных затмений, это планета Раху. Ведическая астрономия постулирует существование невидимой планеты Раху. Однако иногда в пору полнолуния эту планету можно увидеть на небе. Отсюда следует, что планета Раху расположена недалеко от орбиты Луны. Вполне возможно, что неудачи современных космонавтов, которыми оканчивались экспедиции на Луну, объясняются присутствием Раху. Иначе говоря, отправляясь на Луну, они на самом деле попадали на невидимую планету Раху. В действительности они достигали не Луны, а планеты Раху, после чего возвращались назад. Не углубляясь в эту тему, отметим главное. Живое существо имеет бесконечное количество материальных желаний. И пока запас этих желаний не иссякнет, ему придется переселяться из одного грубого тела в другое. Без сознания Кришны ни одно живое существо не сможет вырваться из круговорота рождения и смертей. И в этом стихе ясно сказано «Саттвай каништхе» – тот, кто поглощен сознанием Кришны, сразу же избавляется от всех желаний, которые возникают в его уме, в прошлом или могли бы появиться в будущем. Затем в уме такого человека, по милости Верховного Господа, одновременно проявляются все желания. Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит в этой связи пример матери Ишоды, которая увидела во рту Господа Кришны все мироздание.
По милости Господа Кришны, Яшода увидела у него во рту все вселенные и планеты. Подобно этому, человек, обладающий сознанием Кришны, может по милости Верховной Личности Бога сразу увидеть все дремлющие в его сердце желания и благодаря этому вырваться из цикла перерождения. Такая возможность предоставляется только преданному, чтобы открыть перед ним путь, ведущий домой к Богу. Ом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитами на Бутале Своям Рупакадамагьям Дадати Свападантикам Ванча Калпата Рубешча Крипа Сингхупья Эвача Патитанам Паванибьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ом Вишнупадая, Кришна Приштхая, Бутале, Шимати, Бхакти Виданта, Свами, Нити Намине, Намасте, Сарасвати, Деви, Гауравани, Прачарине, Нирвишеша, Шуньявади, Пашчатя, Дейша, Тарине. Еще раз текст стиха. Саттвай каништхи манаси бхагават паршва вартини тамаш чандра маси ведам упарача вебхасате. Находиться в сознании Кришны значит постоянно общаться с Верховной Личностью Бога. Пребывая в таком состоянии ума, в котором преданный видит мироздание таким, каким видит его Господь. Такое видение мира не может быть постоянным. Оно открывается человеку, подобно темной планете Раху, которая становится доступной нашим взорам, только когда на небе светит полная луна. В прошлый раз мы касались темы о том, что если Бог является источником света, по сути он есть свет, то откуда же тогда берется тьма? Закономерный вопрос. Если все исходит от Бога, а Бог есть свет, как тьма может из света взяться? Кажется, странный какой-то вопрос. Не вопрос, вернее, странный, а странная постановка. Действительно, мы пришли к выводу, что тьма, конечно же, не исходит из света. Но тьма создается тогда, когда мы препятствуем прохождению света. Тогда образуется тень, и в этой тени тоже можно каким-то образом жить. Мы видим, что растения растут и в тени, и на солнце. Но те, которые растут на солнце, они растут лучше, как правило. В тени как-то не очень. Однажды я прожил одну зиму в одной квартире, в которой она на север выходила, и там солнца вообще не бывало в этой квартире, вообще никогда не бывало. Вот я помню, что это было достаточно депрессивное состояние, то есть ты фактически не видишь солнца вообще в течение всего дня. Выходить надо на улицу, ловить. Вот. И это было не очень комфортное состояние. А потом я переехал в другую квартиру, как раз в том же самом доме, но в противоположной стороне, там, где было окно и на восток, и на юг, то есть очень такое светлое, все изменилось абсолютно. То есть мы узнаем, что, оказывается, наше эмоциональное состояние во многом зависит от света. Мы говорили некоторое время назад, что есть такой гормон радости, эндорфин, который вырабатывается в мозге под влиянием лучей света, солнца. Вот. А исходя из философии Вед, мы узнаем, что солнце – это занесенная сюда, в темный материальный мир, в темную сферу, частица брахмана, вот этого сияния, которое находится за пределами материального мира. Опять же, тьма этого материального мира, чем она продиктована?
Чем она обусловлена? Тем, что живые существа, некоторые из них хотят жить отдельно от Бога. Вот поэтому создаются закрытые сферы, вселенные, места, куда нас вселили из другой сферы, извне, из другого мира, из мира духовной реальности. Мы попали сюда, как в кинотеатр. Если вы хотите наслаждаться фильмом, в кинотеатре нужно, чтобы темнота была вокруг, все закрыто, и тогда на экране будет изображение, и будет комфортно. А если со всех сторон будет свет, какие-то другие звуки, вы не сможете насладиться иллюзией фильма, вам будет мешать, и поэтому кинотеатр специально так сделан, чтобы вот эту вот иллюзию на экране вы могли воспринимать и ни на что другое не отвлекаться. Абсолютно по такому же принципу созданы материальные вселенные. Их множество, наша является одной из многих. И природа этого мира – тьма. Но мы знаем, что во тьме, поскольку он изолирован полностью от духовной реальности, но мы знаем, что во тьме без света, без тепла, без огня выжить просто невозможно. Поэтому Кришна проводит сюда проводка, проводит свет. И есть источник света, есть солнце, есть отражатели всевозможные, которые отражают этот свет. Луна светится не собственным светом, а отраженным. Определенная атмосфера на Луне, обладающая охлаждающим эффектом. И таким образом свет, тепло мы получаем в нужном количестве, циклы меняются, времена года то теплее, то холоднее, то света больше, то света меньше. Но так или иначе мы получаем его. И чем больше света, тем лучше настроение. Бывает, когда месяцами, особенно в нашем местном климате, туман, море, серость, солнца нет. Какое настроение? Соответствующее понурое, пасмурное настроение. Солнце вышло, все сразу, ожили, появился какой-то энтузиазм, все, гормональный фон изменился, энергия света воздействует на наши мозги, все, гормон радости вырабатывается хорошо. И это лишь малая доля духовной энергии. Свет солнца – это частичка брахмана, принесенного из-за пределов материального, из-за пределов, да, материального мира сюда. Это лишь малая часть. Можно себе представить, насколько радостны живые существа в духовном мире, там, где постоянно они находятся во власти духовной энергии. И там совсем другое абсолютно настроение царит. А здесь свет в конце туннеля увидели и уже радуемся. Потому что материальный мир – это дефицит. Дефицит радости, и это все проистекает из-за дефицита духовности. А внешний свет, физический свет – это лишь такое частное, материальное проявление духовного света. Итак, здесь Нарада Муни, великий мудрец, объясняет царю Прачинабархи, к которому он пришел в гости, что такое находиться в духовном сознании. Он говорит, что находиться в духовном сознании или в сознании Кришны – это значит смотреть на мир теми же глазами, какими на него смотрит сам Бог. Сознание Кришны. У Кришны есть сознание, и у нас есть сознание. И когда мы смотрим на мир так же, как Кришна смотрит на мир, значит, у нас с ним одинаковое видение, одинаковое восприятие. Понятно, что масштабы могут быть разные, но в целом картинка одинаковая. Вот это называется осознание Кришны. Так мы осознаем мир, смотрим на него как Бога. У нас с ним нет противоречий во взглядах. И это особое видение, особое состояние. Здесь Нарада Муни говорит, что в этом состоянии очень тяжело находиться постоянно. И он приводит интересную аналогию. Он говорит, вот есть невидимая планета Раху, Тамаси, темная называют, и невидимая, но она есть. И обычно ее не видно. Темная планета на фоне темного неба не видна. Он говорит, но иногда ее видно. И видно ее тогда, когда луна полная,
И мало того, что полная луна каждый месяц бывает. Но мы не каждый месяц затмение имеем, правильно? Затмение бывает несколько раз в году. Весной, осенью, там еще иногда бывают какие-то незапланированные. Вот, потому что все крутится по определенным циклам, пересечение орбит, все это рождает определенные разные состояния, которые приводят к затмениям. Итак, полнолуния мало, потому что полнолуние бывает каждый месяц, а затмение бывает не каждый месяц, слава Богу. Вот. И вот когда совпадает полнолуние, и, так сказать, мы оказываемся все на одной линии, да, Земля, Луна, Солнце, вот тогда образуется эта так называемая тень на одной линии. Вот. И эта тень не просто тень, как раз в этой тени и прячется Раху. Вот это вот невидимая планета, и единственный шанс у нас увидеть ее как раз вот в этих точках, когда бывает солнечное затмение или лунное затмение. И обязательно, если это лунное затмение, то полнолуние должно быть. То есть Раху виден на фоне полной Луны. Полная Луна, вот это вот черное пятно на нем, вот это будет Раху. А вокруг него такой золотистый ободок, вот это вот сияние будет Луны или Солнца, если это солнечное затмение. Вот, то есть оно длится какое-то время, может буквально несколько минут, может около там чуть-чуть меньше часа, может около мухурты, может длиться около 48 минут. Вот, и потом опять уходит. Опять как будто бы не было всего этого ничего. То есть это такое состояние, которое нелегко поймать, как вот целая куча астрономических факторов должна совпасть для того, чтобы вот это вот затмение случилось. Точно так же мы пытаемся развить в себе духовное видение вещей, но оно не всегда у нас получается, потому что много факторов должно сойтись. Вот. И когда Кришна дает нам такое видение, то получается, что мы видим все материальное существование на фоне вот этого светлого пятна. Как вот полнолуние, светлая луна или солнце. Солнце всегда полное. Вот, у солнца таких фаз не бывает, как у луны. Вот, и когда на фоне вот этого диска светлого мы видим темное пятно, то есть можно сказать, что весь концентрированный материализм, он оказался на фоне этого белого пятна. А Раху здесь же не случайно приводится, что это не просто невидимая планета, это еще планета, которая символизирует материальные желания. Это планета демон, считается Асура Граха, демоническая планета. И именно материальные желания – это то, что приводит живое существо в материальную реальность, в материальный мир. По каким причинам нормальный человек оказывается в тюрьме? Понятно? Он отклоняется от закона, у него возникают какие-то желания, которые не поощряются законом. И когда он пытается осуществить свои желания вне закона, кого-то убивает, крадет, совершает какое-то насилие или еще что-то, обманывает, вот, то он оказывается вот в этом месте. То есть определенные желания привели его туда. Не то, что он сам пришел в тюрьму, посадите меня в тюрьму. У него возникли определенные желания. На основе этих желаний он совершил определенные действия, и вследствие этих действий он оказывается за решеткой. То есть материальное желание является основой всего. И не просто материальное желание, а греховное материальное желание. Именно греховное материальное желание. И поэтому мы не можем игнорировать свою материальную жизнь, свои желания и все прочее. Вот, но когда мы видим это все на фоне Бога, тогда это ведется несколько уже иначе. То есть, допустим, когда эти материальные желания где-то там по углам сидят, невидимо, то они обладают определенной властью. В темноте темные силы набирают потенциал определенный. Большая часть преступлений совершается где-то под покровом ночи, когда никто не видит. Какая-то так или иначе форма темноты. Видеокамеру отключить надо, еще что-нибудь себе отключить, и тогда вот мы можем совершить свое преступление, чтобы никто не видел. Это важно, чтобы никто не видел, чтобы оно осталось шито-крыто. Для этого темнота нужна.
Вот, поэтому живые существа легко становятся жертвами этих материальных желаний, когда мы находимся в состоянии темноты, то есть во тьме они почти не видны. Я действую как будто бы естественным образом, ничего такого особенного, я не думаю, что я что-то там прямо нарушаю, что-то ужасно делаю. Люди так искренне недоумевают, когда им говорят что-то там о том, что вот не рекомендуется питаться пищей, добытой при помощи насилия или что-то еще, что вот эти все счастье, которое в бутылках содержится, что это тоже не рекомендуется. И прочие вещи, они так искренне удивляются, говорят, ну это же дары природы, это же естественные вещи, то есть они даже не думают, что это что-то такое плохое. Вот, то есть пока живые существа находятся в темноте, вот эти материальные желания обладают определенной силой, влиянием на наше сознание. Но когда те же самые материальные желания, вся та же наша материальная обусловленность собирается вместе, как вот такое концентрированное пятнышко, и все это выглядит на фоне вот этого светлого диска, полной луны или солнца, вот, то теперь на свету они у нас перед глазами, и они фактически не имеют над нами силы. Вот в этом смысл этой аналогии. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что если мы развиваем в себе вот такое духовное видение, тогда эти материальные желания фактически становятся невластными над нами, по меньшей мере они заметно слабеют, они уже не обладают такой большой силой, как когда они в темном сердце прячутся по углам, когда они не освещены. Вот. То есть если вы какие-нибудь у вас завелись, допустим, насекомые на кухне, вот и вы вечером заходите на кухню, включаете свет, они сообщите разбегаются. Почему от света? Вся нечисть бежит от света. Только свет появился, сообщите, не знаю, по углам начинают разбегаться. Понимаете? Вот, то есть, пока света нет, они там ползают, что хотят, делают, едят. Вот, свет только появился, они сразу же прячутся. Вот, так и мы. Приходим в храм, мы такие святые, вообще чистые, хорошие, замечательные, тогда, что здесь полагается быть правильным. Так, так, ну, храм – святое место. Как только мы из храма вышли, опять набирают силу эти желания. Я помню, наблюдал однажды такую сцену, была не здесь, а там чуть ниже, в районе Диомида, где этот православный храм стоит. Вот. И я как-то там сидел в парке. Женщина молодая приехала на мотоцикле, да? Значит, платочек повязала, все как полагается, значит, в храм зашла, вот, какое-то время она там побыла, видимо, помолилась, что-то там сделала, потом, значит, она выходит оттуда, платочек снимает, сигарету в зубы опять закурила, села на свой мотоцикл и угнала за горизонт. Вот, то есть поведение человека меняется во многом в зависимости от среды. Вот, и мы понимаем, что когда мы в храме, да, все сидят по углам, так сказать, все наши материальные желания, все наши внутренние демоны сидят по углам. Вот, но потому что мы понимаем, здесь такая атмосфера, здесь люди о другом думают, о другом говорят, к другим вещам стремятся. Вот, и я тоже, когда прихожу сюда, попадаю хотя бы на время под какое-то вот это позитивное влияние. Вот, но потом, когда я ухожу и опять оказываюсь в так называемой свободной среде, этого сдерживающего фактора больше нет. Вот, и опять эти внутренние демоны обретают власть надо мной. Я говорю, вот хочу то или хочу все, там, иду на поводу всех этих вещей. Вот, то есть это означает, что материальные желания полностью не уходят, пока мы находимся в материальном мире. Но если мы сознаем Бога, то они находятся под контролем, как вот этот вот невидимый Раху, который черт его знает, где он там летает, да, по своей какой хитрой орбите между Солнцем и Луной. Его не видно вот так вот астрономически, ну, в телескоп его засветительствовать его невозможно, не видно, да. Вот, но иногда он появляется, раз, вот это вот темное пятно на фоне Солнца, и люди говорят, ага, понятно, Раху. Почему, вы думаете, с точки зрения ведической культуры на затмение нельзя смотреть? Почему, допустим, люди западной цивилизации, они говорят, ой, мы видели затмение, мы там через какое-то стеклышко его наблюдали, у них прямо это вот
прям вот доблесть такая, увидеть затмение. А в ведическом обществе, когда затмение, все занавески закрываются вообще, даже пищу не готовят. Потому что считается, что все, что приготовлено в затмение, все испорчено будет. Все будет испорчено. В этот день, как правило, пост они совершают, ну или просто воду пьют. Вот что-то такое, что не нужно готовить специально. Мантры повторяют, поклоняются, куда-то идут, там в священных реках поклоняются. То есть, не дай Бог увидеть затмение. Для них не дай Бог увидеть затмение. Потому что они понимают, что этот раху, который они увидели, это темное пятно, это не просто какое-то астрономическое явление, а это концентрат материальных желаний. И не просто материальных желаний, а греховных материальных желаний. Есть материальные желания, не греховные. Желание есть, спать – это материальное желание, но они не являются греховными. Желание мир познавать – это тоже материальное желание, но оно не является греховным. А есть материальные желания, которые являются греховными. И вот раху олицетворяет именно их. Именно их. И поэтому, когда человек смотрит на затмение, он смотрит на раху, и он открывает свое сознание вот этому потоку материальных желаний. Вот почему. Вот почему люди ведической культуры, цивилизации не рекомендуют смотреть на затмение, смотреть на раху. Потому что в этот момент происходит тонкое инфицирование. То есть вот эти все тонкие вибрации, тонкие материальные желания, они входят в наше сознание. Мы не замечаем это. Так же, как человек, допустим, может заразиться, даже не заметив. Какая-то бактерия, какой-то вирус попали, он вообще не заметил ничего. Какой-то инкубационный период проходит, он ничего не замечает, только потом какие-то симптомы, ой, там болит, здесь болит, температура, что-то еще. Так у вас, дорогой, вирус какой-нибудь там, да? Вот. То есть момент инфицирования, он абсолютно не фиксируется никак вообще, потому что это слишком тонкая штука. Вот так же точно контакт с этим раху незаметно влияет, а потом в сознании человека начинают возникать эти вот всевозможные желания и так далее. Но опять же, до тех пор, пока мы находимся в материальном мире, мы никуда не можем подеваться. Все, что мы видим, все, что мы слышим, как-то влияет на нас, эти желания появляются. И поэтому мы не можем вести какую-то вечную борьбу с этими желаниями. Это глупый образ жизни. То есть, ну, лучше развивать себе иммунитет, понимаете? Мы не можем победить все бактерии мира. Как вы их победите? Или вирусы? Вы не можете их победить. Это просто невозможно. Они нас просто задавят, завалят их больше, понимаете? Но все, что мы можем, это развивать свою внутреннюю личную силу. Мы можем развивать свой иммунитет. И поэтому пусть они себе будут, потому что они являются частью этого материального мира. Они здесь цветут и пахнут, это их естественное нормальное место. Но нам рекомендуется развить в себе духовное сознание. Вот это духовное сознание, оно и будет как вот этот вот чистый диск полной луны или солнца. И вот на его фоне, вот эти материальные желания, вся наша материальная обусловленность, она как бы высвечивается. Вот, и совсем уже другой эффект. То есть получается, что они как бы на поводке, они пойманы. То есть они не обладают над нами власти. Интересно, Шрила Прабхупада тоже еще один пример приводит, аналогию в комментарии. Он говорит, что когда Кришна был здесь, во Вриндаване, на земле 5000 лет назад, проявлял свои вот эти вот божественные игры. Вот Яшода, которая играла роль его матери приемной, вот, она однажды, значит, заглянула ему в рот, говорит: «Кришна, открой рот», потому что ей нажаловались, что Кришна глину ел. Есть такое место во Вриндаване на берегу Ямуны, называется Брахманда Гхат. Гхат – это буквально, ну, берег, побережье, так сказать, вот место, где соединяются берег и вода, Гхат. Брахманда Гхат – это место, где как раз Яшоде открылась Брахманда, вот эта вот вселенная во рту Кришны. Я помню, когда я там был,
первый раз, в 91 году туда первый раз попал, вот, и нам сказали, вот, возьмите обязательно с собой немножко этой глины, такой глинистый берег, вот, и некоторые даже такие фанатики даже ели эту глину. Я, кажется, тоже помню, откусил кусочек. Вот, причем она какая-то такая интересная, по вкусу какая-то такая, как почва, как маслянистая, что-то такое, прям как будто, ну, какой-то крем, не крем, но что-то вот такое ешь, вот, нейтрального такого вкуса, а, ну, видно было что-то вполне съедобное, я просто помню, какие-то ощущения были. Вот, и как раз на этом месте Кришна с Баларамой, с друзьями, они там играли что-то, вот, и Кришна, кто-то увидел, что он эту, ест глину, что она показалась ему такой какой-то маслянистой, вкусной, мягкой. Вот, и когда они позвали Яшоду, они сказали, Кришна ел глину. Она ему говорит, ну-ка открой рот. Он открыл рот, и у нее немножко поплыло перед глазами, потому что она во рту у Кришны увидела всю Вселенную. Всю Вселенную с планетами. И увидела внутри себя, заглядывающую в рот Кришны. Она увидела внутри, во рту Кришны, себя, заглядывающего в рот Кришны. А там, в том рту, который она говорила, еще как бы принцип фрактальности, все дальше, 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 дальше. Масштаб все меньше, меньше. Она так, говорит, может, я перегрелась, поплыла, что-то у меня такое, да. Кришна, может быть, ты тоже болен, да, почему это у тебя там Вселенная во рту? Но Кришна закрыл рот, улыбнулся, и мать Яшода забыла. То есть иногда он показывает определенные чудеса, как, допустим, в Бхагавадгите история, как Кришна показал Арджуне вселенскую форму вовне. То есть Арджуна увидел божественные энергии, проявления вовне. То есть необычным образом космос перед ним предстал. То есть вот какая-то обычная картина мира, к которой мы привыкаем. А тут вдруг раз необычное, что-то вот это вот какие-то пустоты пространственные, они заполнились различными проявлениями его воплощенной энергии, полубоги, там какие-то всякие вот такие удивительные явления. Вот, то есть Арджуне он увидел, как это все, вернее, Арджуне показал он, как это все вовне, а матери Яшоде он показал, как это все внутри у него находится. Хотя он играет роль маленького ребенка, вот, но при этом он сохраняет статус Верховной Личности Бога. И поэтому он ей показывает такие вещи, на которые у нее одна реакция – удивление, она в шоке. То есть Кришна регулирует отношения, чтобы мать его иногда вспоминала, что он не просто ее ребенок, а он божественный ребенок. Он обладает такой вот невероятной, необычной природой. И вот эта аналогия показывает нам, каким образом мы можем видеть, воспринимать мир, и это не просто какой-то особый, как вот знаете, в фотоаппарате как-то вот резкость навести, что вот там на что-то удаленное, на что-то приближенное, или какую-то вот найти глубину резкости. Это не просто физическое видение. Это как раз такое видение, которое есть у Кришны. То есть прямо говорит, что вот еще это значит постоянно общаться с Верховной Личностью Бога, пребывая в таком состоянии ума, в котором преданный видит мироздание таким, каким видит его Господь. Вот так сказано в формулировке. То есть Кришна смотрит на мир и видит его определенным образом. Обычные люди смотрят на мир и видят его совсем другим образом. Почему? Чего не хватает в видении этих обычных людей? Им не хватает присутствия самого Бога. Почему? А потому что он невидимый. Он же невидимый. То есть это означает, что для этого видения нужны какие-то особенные глаза. Физических глаз явно недостаточно. Нам физических глаз недостаточно даже для того, чтобы всю физическую картину увидеть. Потому что если вы посмотрите на космос через обычный оптический телескоп, вы увидите одну картинку. А если вы посмотрите на космос через радиотелескоп, вы увидите совсем другую картинку. Кое-что проступит, чего в обычном оптическом телескопе вы не увидите. Потому что радиотелескоп, там уже другая оптика совершенно. Вот точно так же
Есть разные глаза. Есть физические глаза, и то они ограничены. Допустим, мы не все видим. Инфракрасное, ультрафиолетовое мы уже не видим. Нужна специальная оптика, чтобы увидеть инфракрасное или ультрафиолетовое. То есть у нас ограниченный диапазон. Это физическое видение, которое очень-очень выборочный какой-то спектр частот мы захватываем. Есть видение глазами знания. Называется гьяна чакшу. Чакшу – это глаза, гьяна – это знание. Да? Итак, гьяна чакшу или шастра чакшу – видеть глазами священных писаний и глазами знания. То есть это уже более тонкое видение, видение, превосходящее физическое видение. Допустим, произошло какое-то преступление или какая-то авария, что-то еще, и уже преступник скрылся, и жертвы нет, и улики там все унесли и так далее. Но приходит специалист, какой-то такой, Шерлок Холмс, он смотрит, и хотя уже ничего нет, он видит такие вещи, которые обычно люди не видят. Какие-то маленькие детальки, какие-то там оставленные где-то там следы. Вообще микро-микро-микро что-то такое он видит. И он по этим микроследам, которые большинство людей не видит, он раскручивает вообще целую какую-то версию и в конце концов находит преступника. То есть у него особое видение есть. Понимаете? Это называется глаза знания. Когда вроде бы уже каких-то физических артефактов нет, но какие-то признаки слегка, едва заметные, для него могут быть достаточными для того, чтобы восстановить какую-то картину, которую никто уже не видит. Говорит, как это он догадался? То есть это особое видение, глаза знания называется. Обычный горожанин приходит в лес, что он видит там? Ну, елки-палки, там, деревья, там, какие-то что-то. Он может не сильно разбираться в природе. Но если, допустим, там идет какой-нибудь егерь или человек, который профессионально в природе живет, и он понимает много разных вещей, он по каким-то мельчайшим следам, там, по каким-то тоже отпечаткам, он понимает, кто здесь какое животное прошло, еще что-то такое. То есть вот это называется глаза знания. То есть у него такой, как говорится, заточенный разум, заточенные чувства, что он видит то, чего не видят другие. У него есть какая-то определенная квалификация от хикара, знание, при помощи которого он восстанавливает какую-то картинку, которая для большинства людей непонятна, не видна. Итак, физические глаза со своими ограничениями. Глаза знания уже расширяют горизонт, диапазон нашего видения. Что-то еще? Какие-то еще есть глаза, может быть? Да, есть. Брахма Самхита говорит, что есть еще другие глаза, глаза любви. Приманджана чхурита бхакти вилочанена сантакса дайва хридаешу вилокаянти ямшема сундарам ачинтья гунасварупам говиндам адипурушам тамахам баджами. В этом стихе Брахма Самхиты говорится, что я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, которого видят глазами любви йоги в своем сердце в форме Трибанга Сундары, в форме вот этого пастушка, чья фигура грациозно изогнута в трех местах, и он в руках держит флейту и игриво смотрит на своего преданного. Как это можно увидеть? Только если у нас есть любовь, глазами любви. Даже глаз знания уже будет недостаточно. Физические глаза мы просто регистрируем какие-то внешние объекты. При помощи знания мы видим то, чего не видят основные люди, потому что при помощи вот этого знания можно восстановить уже какой-то потерянный, допустим, событийный ряд, какие-то убранные там вещи и так далее. Так следователи работают, они замечают мельчайшие какие-то улики и по ним восстанавливают уже картину. Глаза знания более тонкие, чем физические глаза. Специалист, эксперт, он всегда видит вещи какие-то, которые не видят обычные люди, обыватели. Вот. И глаза любви. Вот это, пожалуй, самое, наверное, сложное и непонятное, потому что люди не знают,
А как такое видение развить? Каков путь от физического видения к видению глазами знания? Тут более-менее понятно. Упражняйся, учись у профессионалов, они тебя научат видеть невидимое. Вот, но вот как развить себе вот это вот видение глазами любви? И что это такое вообще, и насколько это практично для современного человека, это вообще практически непонятная тема. Так вот, как раз сфера духовности – это есть та сфера, которая помогает человеку открыть вот эти вот глаза любви, которые обычно закрыты у живых существ. Энергия любви – это самая сильная энергия. Все остальное – это производные от любви. Все, что есть в этом мире, это все производные от любви. Проблема в том, что в материальном мире эта энергия любви часто превращается в свою противоположность, в ненависть. Любовь соединяет, ненависть разъединяет. Свадьба, развод – это все энергия любви в разных ее фазах. Температура плюс, минус, ноль, выше, ниже, теплее, холоднее. Вот, то есть мир создан благодаря вот этой вот энергии любви, которая проявляется здесь по-разному. Любовь Бога проявляется к нам в том, что Он создает тут различные условия обитания. Здесь нам нужно что-то потреблять. Для этого нужна пассивная энергия, которая будет нас слушаться. Я выращиваю зерно или какие-то там овощи, фрукты, и все это употребляю, все. И оно никуда от меня с грядки не убежит, я знаю, это моя пища. Понимаете? В клетке сажать не надо, то, что мое, оно мое. То, что не мое, оно там убежит. А если не убежит, то оно мне потом отомстит изнутри. Через всякие болезни там и прочие разные, через какие-то кармические реакции за излишнее насилие. И поэтому эта энергия любви, которая исходит от Бога, она проявляется здесь через многообразные энергии. Три основные энергии в Упанишадах. Говорится, парасья шактира видхаева шруяте. То мы слышали из шрути шруяте, что парасья шакти, различные энергии, сопровождает сюда Верховного Господа. И какие это? Три энергии в основном. Дравья шакти – это пассивная энергия, которую мы потребляем. Она берется из гуны невежества. Крия шакти – это созидательная, творческая, креативная энергия, которая нужна нам для созидания, для какой-то активной деятельности. Она берется из гуны страсти. И гьяна шакти – энергия познания, которая берется из гуны благости. Итак, при помощи гуны благости мы что-то знаем, что-то видим, у нас какое-то осмысление, понимание, говорит, так, это нужно сделать так, так и так. Потом мы подключаем крия-шакти, творческую энергию, все, начинают приезжать какие-то люди там с какими-то машинами, инструментами, все прочее, начинается какой-то процесс, подвозят стройматериалы и так далее. Это уже дравья шакти. Все, вот у нас на днях закончили возле дома асфальтирование, все там благоустройство, целый месяц они там ковырялись. Я наблюдал, как эти три энергии работают, как крия-шакти, творческая энергия, люди двигаются, делают, как гьяна-шакти. Все время смотрит какой-то человек и говорит, так, это не туда, это сюда. То есть он контролирует, он знает, что должно быть в результате. Да? Он владеет технологией, что там сначала кладется, потом там надо как-то отрамбовать, что-то там еще подождать, подсыпать того, подсыпать всего. Это все гьяна называется, то есть понимание технологии. Вот. А есть творческая деятельность, когда люди реально работают, что-то там кладут, катают. Вот. И есть что, с чем они это делают. Вот гравий, вот асфальт, вот какие-то там блоки и так далее. Из всего этого хозяйства они создают, и вот сейчас все как-то более или менее. 50 лет прошло с небольшим, как дом сдали, и вот наконец благоустройство закончено. Джая, мы победили. Теперь, так сказать, колдобины закончены, можно ходить по ровной дорожке. Вот. Но мне это интересно было с другой позиции. Что куда ни посмотри, везде три энергии.
Гьяна-шакти – энергия знания, Крия-шакти – творческая, созидательная энергия, и Дравья-шакти – то есть, собственно говоря, стройматериалы, при помощи которых что-то делается. И все это проявление любви. То есть Кришна из любви дает нам возможность поиграть, попробовать, построить и так далее. Так вот, с чего я мысль-то начал? С того, что есть такая способность видеть глазами любви. И это означает, что мы должны увидеть в этом мире любовь к Богу. Даже когда мы видим какие-то самые ужасные проявления этого материального мира, где, кажется, никакой любовью и близко вообще не пахнет, когда люди как черти дерутся между собой, ненавидят, разрушают все. Какая ж тут любовь? Вот. Это уже конечная фаза, как вот солнце, тепло превращается в холод, да? Цветущая природа превращается в лед. Вот точно так же любовь превращается вот в эти вот ужасные какие-то отношения. То есть эта фаза просто означает любовь ниже нуля, с большим минусом, Вот когда люди неправильно строят отношения, когда Бог уходит из их отношений, они забывают, что они родственники, они забывают, что они дети одного отца, начинают вместо любви и дружбы делить его собственность, то, что ни одному из них не принадлежит. Вот, и этот конфликт, эта агрессия у них может разрастаться и доходить до нынешнего состояния. Как в этом увидеть любовь? Очень тяжело. Но если мы понимаем философию, мы знаем, что вот любой свежий, замечательный продукт, он может превратиться в какую-то прокисшую тухлятину, что-то там ужасное, уже с плесенью и так далее. И как в этой тухлятине, покрытой плесенью, зловонной, как в ней увидеть изначальный чистый ароматный продукт? Тяжело. Если мы не понимаем всех этих стадий трансформации, как одно превращается в другое. Вот, но если у нас есть знание, то мы можем восстановить все, как оно изначально было и должно быть, и как люди, неправильно используя свою свободу воли, доводят это состояние любви до состояния ужасной ненависти, вражды и так далее. Вот, то есть глаза любви – это означает увидеть, что Бог дает нам, Он сам есть чистое проявление любви, и Он делится с нами любовью. Но неправильно используя свободу воли, живые существа могут превратить эту энергию любви во что-то невероятно ужасное. Вот, и это все как вот продукты, которые не по технологии использованы или неправильно их хранят и так далее, во что они превращаются. Да? Вот это уже вещи, которые связаны не прямо с Богом, а лишь косвенно. Он говорит, ну вот есть энергия времени, есть материальная природа. И самое главное, что есть, дорогие мои, это вот получите от меня свободу воли. Вот это то, чем Господь наделяет нас, свобода воли. А когда эта свобода воли используется не во благо, с какими-то амбициями, с желанием самому стать Богом или подобием Бога, ну тогда мы знаем, что бывает. Тогда все заканчивается не очень красиво. Вот. Но так или иначе, даже когда мы видим какие-то ужасные и негативные проявления этого материального мира, мы должны понимать, что так было не всегда. Это то, к чему пришло определенный процесс деградации. Потому что время течет определенным образом. Время имеет 3 импульса внутри себя. Благость, пробуждение, страсть, созидание и разрушение, невежество, третья гуна. Вот. И если мы видим что-то в стадии распада, в стадии разрушения, мы понимаем, после этого начнется новый какой-то этап благости. Так всегда было, есть и будет. Вот. То есть какое-то состояние покоя, состояние какого-то осмысления, какой-то рефлексии, определенное успокоение, и потом из этой благости опять начинается какое-то созидание чего-то нового. Вот потом это созидание на основе ложного эго, вот это вот какая-то экспансия, она переходит все границы, и опять этот этап невежества и так далее. То есть если у нас есть глаза знания, мы можем видеть вокруг взаимодействие 3 божественных энергий.
А если у нас есть глаза любви, что выше, чем глаза знания, вот тогда мы можем увидеть за этим материальным миром Бога. И вот эта связь, если она налажена, она фактически начинает нас питать изнутри, начинает уже нас питать, как человек, который, допустим, установил связь с какой-то другой реальностью, с другой страной, теперь с другой страны ему начинают какие-нибудь переводы переводить, вот, а его начинает кто-то там поддерживать, какой-то родственник и так далее. Вот, и это означает, что связь с духовным миром установлена, связь с Богом установлена. И от него исходит одна только любовь. Если мы настроены правильным образом, то эта любовь начинает постепенно пробуждаться в нас, потому что она в нас есть. Он любящий, мы также любящие, и мы ищем этой любви всегда, но в материальном мире здесь побеждает практичность. Люди говорят, какая любовь, это все просто гормоны, это все ерунда, не верь ни во что, просто научись выживать, будь сильным и так далее. Такая стратегия выживания у людей в этом материальном мире. Но, к сожалению, они за всей этой практичностью, прагматизмом хоронят эту вот самую главную идею, ради которой вообще существует что бы то ни было. Любовный обмен от Бога исходит, и мы это все можем принимать и к нему возвращать. Вот это будет называться любовный обмен, то, что называется бхакти. То есть это сознание Кришны уже не в философском аспекте, а в практическом, в эмоциональном. Потому что философский аспект – это один аспект, теория, скажем так. А практика жизни состоит в том, что теперь эту вот красивую философию, ее нужно воплотить в жизнь. И для этого как раз нужны вот эти вот уже эмоциональные отношения с Богом. Прямо анджана, прямо, значит, любовь анджана – это вот глаза любви. И они у нас есть. Все, что нам необходимо – это развиваться по духовной науке, действовать постепенно, поступательно, без спешки, проявляя терпение, проявляя сострадание к другим живым существам и к себе в том числе. Себя тоже не нужно, так сказать, загонять какими-то безумными аскезами, какими-то невероятными подвигами. Вот так можно себя и сломать. Вот. А задача не сломать себя, а раскрыть себя в духовном плане. Вот, если мы правильно, поэтапно развиваемся, тогда наше сердце не ожесточается, потому что если мы слишком какие-то сильные, неестественные для себя аскезы начинаем практиковать, то результат ожесточения сердца. А в духовной жизни как раз сердце должно размягчаться, потому что любовь может проявиться только в мягком сердце, не в жестком сердце. Вот поэтому здесь нужно знать дозировку. Мы себя в чем-то ограничиваем, но это ограничение, эта аскеза, она не должна иссушать наше сердце. Вот, и поэтому в жизни человека должна быть раса, вкус. Вкус. Этот вкус рождается от отношений с Кришной. Хари Кришна. Хари Кришна. Если говорить о Солнце, его мы разделили до первой жизни. Вопросы? Хари Кришна, спасибо за лекцию. Вопрос. Можно ли достичь зрения любви без зрения знания? Можно ли достичь, развить в себе зрение любви без знания? Теоретически, да. Кришна может дать сразу нам это приманджана. Но обычно нет. Обычно мы развиваемся по этапу. Поэтапно, я имею в виду. То есть вопрос, можете ли вы выполнять какую-то качественную профессиональную работу, не проходя никакого обучения? Ну, в результате какого-то чуда вдруг вы стали совершенным. Теоретически исключить нельзя. Но обычно люди учатся, идут от теории к практике, и потом постепенно у них уже что-то начинает получаться. Поэтому обычно мы не форсируем все эти вещи. Вот, это то же самое, что, допустим, вот у меня физическое зрение, да, я говорю, что это самая низшая форма зрения, я просто физически регистрирую какие-то объекты, но как мне развить глаза знания?
Теперь я с физическими глазами смотрю, допустим, в книгу или физическими ушами слушаю мудрого человека, и во мне развивается второй тип видения. Понимаете, уже не физического, а тонкого, глазами знания. Вот поэтому я беру наиболее грубое видение, физическое видение, использую его правильно. Я читаю Бхагавад-гиту, я слушаю слова мудрых людей. И так у меня теперь просто благодаря использованию физических объектов и физических органов чувств развивается более тонкое видение уже глазами знания. А теперь, развивая глаза знания, в конце концов я прихожу к правильному умонастроению, благодаря которому открываются уже глаза любви. Да? Что такое любовь? Что такое любовь? Любовь – это желание бескорыстно отдавать. Любовь основана на жертве. То есть, когда мы любим кого-то, то желание наше только одно – сделать что-то приятное для объекта нашей любви. Это обозначено термином «анукулья». Если вы не проходили еще «Нектар преданности», так вот по-серьезному не изучали, вот если его изучать в рамках курса «Бхакти-шастри», то первое, что нужно выучить, это как бы определение чистого преданного служения. И там Рупа Госвами очень интересно определяет как раз само понятие любви. Он говорит, первое слово, подскажите, определение чистого преданного служения. Аньябхилаш это шуньям, гьяна кармади анавритам, анукульяна кришнану шиванам бхактир уттама. Бхактир уттама или чистая бхакти, высшая форма бхакти, это что такое? Это деятельность, которая направлена на то, чтобы сделать приятное для Кришны. Кришна анушиванам, анукулья, с благоприятным настроем доставить ему радость. И эта деятельность, в ней не должно быть примесей, покрытий. Гьяна кармади анавритам. Ни гьяной, ни кармой она не должна быть покрыта. Вот это определение чистого преданного служения, которое основано именно вот это анукулена кришнанушиланам. Совершение благоприятных действий в правильном позитивном настроении с желанием доставить ему радость. Вот это называется состоянием любви. То есть, когда вы испытываете кому-то такое чувство, когда вам хочется всего себя бескорыстно этому существу отдать. Понимаете? Вот это состояние любви. И это приносит вам огромную радость. То есть, не просто как, вот знаете, этот светлячок на огонь летит, ему тоже хочется предаться этому огню, и он там сгорает, ничего не остается от этого светлячка. Не такое, понимаете? Не такая жертва. Вот, да, вы отдаете себе Богу и испытываете от этого огромную возрастающую радость. Вот это чувство любви. В материальном мире какие-то отблески этой любви бывают, когда, не знаю, там Прабхупада говорил, любовь матери к ребенку, вот она такая же бескорыстная, что она, ну, тут свои, так сказать, женщины могут поделиться всякими разными, так сказать, побочными тоже чувствами этого всего. Вот, поэтому это весьма приблизительно, весьма приблизительно. Вот, но общая идея такова. Жертва – самоотдача. Слово «кровь» не должно ассоциироваться с жертвой. Если у вас слово «жертва», если у вас слово «жертва» ассоциируется с какими-то кровавыми жертвоприношениями, вы должны это забыть. Это неправильно. У меня не ассоциируется. Хорошо. Вопрос, в смысле, ну, есть границы этого понятия, про это понятие, если можно потрогать? Давайте тогда еще раз уточните, сформулируйте точнее вопрос. Можно жертвовать себя в ущерб себе, правильно? Да, если человек находится в невежестве, он будет жертвовать собой в ущерб себе. Это значит гуна невежества. А гуна благости – это жертвование в ущерб себе? Нет. Гуна благости – это означает всем во благо, никакого ущерба никто не испытывает. Не очень понятно. Ну, потому что вы с гунами пока, видимо, не сильно знакомы, да, поэтому... Я очень дорогой человек. А? Я дорогой
великий человек, да. Ну вот в этом вся сложность, что у вас как бы нет базы, у вас нет базы, вы хотите в деталях разобраться. А принцип понимания таков: сначала закладывается база, фундамент, и когда у вас есть хороший фундамент, тогда вам легко будет проясниться детали. Если базы нет, объяснять вам детали, ну, бесполезно, потому что фундамента нет, понимаете? Поэтому я, когда слышу людей, которые начинают там в какую-то эзотерику погружаться, я говорю: давайте об ВГД сначала. Об ВГД давайте. Какие 6 вопросов задал Кришна Арджуне в 13 главе Бхагавад-гиты? Не знаете? Все, разговор окончен, понимаете? Вот, то есть, поэтому сначала база, потом надстройка. Если люди говорят: вот давайте мне детали, я хочу понять, я говорю: если у вас нет базы, я хоть тут на голову встану, не смогу вам объяснить, просто потому что у вас не сформирован фундамент знания, понимаете? Вот, поэтому духовное образование имеет свою последовательность, что сначала, что потом. Это технология, понимаете? Если при строительстве вы начали строить дом со стен там, или с крыши, а фундамент не заложен, ну, понимаете, какой это будет дом? В этом доме невозможно жить. Вопросы больше не задавать, я поняла. Нет, вопросы можете задавать, но просто, когда вы задаете вопросы, я же отвечаю людям на вопросы, но если у человека есть база, он быстро и легко понимает. Если этой базы нет, но вы хотите углубиться в детали, то мне приходится как бы первый раз, первый класс, опять все сначала, с нуля, понимаете, это сложно. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что все преданные должны учиться. Вот, тогда это будет, как это называется, гьяна-ягья, жертвоприношение в форме развития знания. Пожалуйста. Вы свой лимит уже исчерпали. Все поняли, спасибо. А вот, а два микрофона не нужно, тут уже один есть. Давайте еще раз прочитаем. Поскольку человеку, обладающему сознанием Кришны, больше не придется получать грубые тела, запечатленные в его уме желания, исполняются во сне. Вот почему нам иногда снится то, с чем мы никогда не сталкивались в этой жизни. Это по теме распределения кармы. То есть вот эти вот материальные желания, которые у нас есть, это еще не проросшие материальные желания. Вернее, не реализованные. Желания есть, но они еще не реализовались. Это то, что мы хотели бы в будущем. Но Кришна говорит: хватит, хватит. Давай, так сказать, уже собирайся домой. Вот. А для того, чтобы вот эти вот желания, которые у меня остались, осуществились, обычно нужно родиться, да? Получить какие-то материальные обстоятельства, в которых это осуществится. То есть, если Кришна сказал: на этом все, значит, теперь эти все желания осуществятся как? Во сне. То есть, мне не нужно для этого получать новое тело. В этом его особая милость, что он может, скажем так, ускорить, сжать в какое-то, так сказать, одно время, допустим, если вам еще карма на 10 жизней вперед, а Кришна считает, что вам уже хватит, да? Вот, он эту всю карму на 10 тысяч жизней вперед, он ее в 3 года вот так вот сожмет, и на человека обрушивается все, что только может обрушиться вообще, полный кошмар, ад вообще, наступает просто реальный концентрированный ад. Потому что карма этих 10 жизней, она сжигается, и человеку там в течение, сжимается, вернее, в течение 3 лет он должен, или там 3 месяцев, понимаете? Вот, то есть Кришна это может так сделать. Как вот, допустим, вы можете смотреть кино в режиме перемотки.
все понятно, коротко примерно поняли, о чем там речь, да? Все то же самое сделали, только в режиме там, в два раза быстрее. Вот, ну, это просто говорю пример, да, как, или, допустим, вот у вас, вы сегодня улетаете куда-нибудь, да, и вам через 3 часа нужно выезжать из дома. Вы так собираете чемодан, все. Вот, вдруг приходит к вам смс, что рейс вообще на 2 часа раньше вылетает. В каком режиме вы соберетесь? Вот так все будет, понимаете? Потому что времени нет. То есть процессы могут растягиваться, они могут ускоряться. Вот. И Кришна как повелитель времени, Кала Пуруша, это одно из его имен, Кала Пуруша, повелитель времени, вот, или Калешвара, Кала Ишвара, вот, он может, так сказать, как-то так вот сконцентрировать определенные вещи для нас, для ускорения процессов некоторых. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Me Zanayam, Krishna Lubhim Nas, Anna. Kat Chelavim Moses Nas, что Krishna любит его, каковы признаки? Каковы признаки, как человек узнает, что Кришна любит его? Да. So you want to know about the symptoms, how Krishna loves you? Yeah. Okay. I want to know that, okay, I got it. Каковы признаки, как человек узнает, что Кришна любит его? Любовь проявляется в первую очередь в том, что нам предоставляется свобода. То есть рабство и любовь вместе не идут. So the first symptom of love is freedom. He gives you freedom. You cannot be slave of love. То есть вы не можете быть рабом любви. Понимаете, да? То есть Кришна дает нам определенные возможности, и Он дает нам свободу выбора. В конце Бхагавадгиты, когда Он рассказал уже Кришне, Арджуне, все, 18 глава, 63 стих, он сказал: «Ядхечхаси тадхакуру» – «Think nicely and act as you like» – «Обдумай все хорошенько и поступай, как хочешь». То есть Кришна предоставил Арджуне все возможности и свободу. Поступай, как хочешь. То есть вот это и есть проявление любви. А дальше что он говорит? «Но для того, чтобы помочь тебе принять правильное решение, я еще раз сообщу тебе свое самое главное наставление». The most essential instruction in Bhagavad Gita, it repeats twice in Bhagavad Gita. Самое главное наставление Bhagavad Gita повторяется 2 раза в Bhagavad Gita. В самой середине Bhagavad Gita 18 глав, да? Самый конец 9 главы, это самая середина, сердцевина Bhagavad Gita. 9.34 стих, 9 глава, 34 стих. Маммана Бхавамат Бхакто Мамяджи Мам Намаскуру. Думай обо мне, Маммана Бхава. Think of me. Маммана Бхава. Что там? Мам Намаскуру. Делай намаскар, выражай мне почтение. Мадьяджи. Serve me. Служи мне. Да? И Мад Бхакто. Become my Бхакта. Стань моим преданным. Это главное наставление в самом середине. 18 глав, конец 9 главы, самая середина. И после того, как Кришна сказал, обдумай все хорошенько и поступай, как хочешь, 63 стих 18 главы, в следующем 64 стихе он говорит: я тебе еще раз напомню свое самое главное наставление. И в 65 стихе, что он говорит? Опять: «Маммана бхавамат бхакто мамьяджи мам намаскуру». Еще раз он повторяет то же самое, что сказал в середине Бхагавадгиты. В конце еще раз повторяет. Поэтому это самое главное наставление Бхагавадгиты. И любовь Кришны проявляется в том, что Он предоставляет Арджуне свободу, выбирай, что хочешь. Ядхичхаси тадхакуру, обдумай все хорошенько, поступай, как хочешь. А потом подскажет: и все-таки, поскольку ты мой дорогой друг, я тебе подскажу, еще раз напомню самое главное наставление. Since you are my best friend, once again I'll remind you my main instruction. Понимаете, да? You got it? So basically, if we follow the Krishna instruction as stated in Bhagavad Gita,
So Krishna can save us from the great part of the fear of life and the sin we accrued from our past life. That is the basic thing here, right? You can say like this. Thank you, Prabhupada. Okay. Еще какие-то? Пожалуйста. На закат благоприятно ли смотреть? Это слабое солнце. Считается утром, когда солнце восходит, на него рекомендуют смотреть, на восходящее солнце. Когда оно еще такое красноватое, вот только-только из-за горизонта выходит. Когда оно уже такое набирает силу, такое яркое, желтое, на него смотреть уже нельзя. А когда только оно восходит, а вот Аруна называется. Аруна – это появление колесничего бога солнца. Вот. И когда солнце красноватое, оно очень благостное, хорошее, для улучшения зрения рекомендуется. Можно мантру даже повторять. Ом намо сурья нараяне намага. То есть это слава Господу Нараяне, который находится в сердце солнца. Вот. Потом уже солнце набирает силу, уже невозможно смотреть. А вечером, если будет смотреть на солнце, у вас голова может заболеть. Вот. То есть это солнце, катящееся за горизонт, уходящее, это уже другая энергетика совершенно. Поэтому обычно на закат долго смотреть не рекомендуется. Последний вопрос задавайте. Можно спросить? Скажите, вот можно ходить и в православный храм, и ваш? Или нужно что-то одно? Ну, веру. А вы можете ходить куда хотите. У нас нет никаких ограничений, никто ни за кем не следит. Вопрос в другом. Если вы ходите в православный храм, тогда зачем вы ходите сюда? То есть это означает, я попытаюсь допустить, это означает, что вы чего-то там недополучаете, правильно? Так? Вот. То есть вы ходите в православный храм, и это прекрасно. Но если это полностью вас удовлетворяет, не совсем понятно, зачем вы приходите сюда. И мое допущение состоит в том, что вам там не хватает знания. Там вы реализуете свою веру, там вы реализуете свою традицию, как вам привычно, как, может быть, с детства вы привыкли, но вам там не хватает знания. И за знанием вы приходите сюда. Но вы боитесь порвать с прошлым, потому что традиция, корни, как говорится, чтобы стоять, нужно держаться корней. Да? До тех пор, пока у вас существует некоторая неопределенность сознания, вы можете это делать, это не проблема, не запрещено. По меньшей мере, мы никаких санкций не применяем тем людям, которые куда-то ходят еще. Это вообще не проблема, потому что как раз свобода, она проявляется в способности, ну и там, и сям. То есть, как вот есть даже такой пример в Ведах, что пчела может летать по разным цветкам и собирать нектар. Там, в конце получается мед. Да? Вот, то есть нет какой-то такой, знаете, ревности, веры, либо туда, либо сюда. В этом плане у нас очень все просто. Я не уверен, что так, скорее всего, в православии, скорее всего, там по-другому. Более того, я точно знаю, что там по-другому. Вот, но, в общем, сейчас такие времена, что много чего можно людям. Вот, но в какой-то момент вы почувствуете, что вам самой внутри станет немножко дискомфортно. Вот, и когда вы это почувствуете, перед вами станет выбор. Понимаете? Пока, раз вы задаете вопрос, значит, пока он еще не такой жесткий, этот выбор. Вот, то есть пока вы можете сочетать. Вот, но когда у вас вера, культура и знания сойдутся в одну картинку, тогда вы что-то выберете одно, понимаете? Вот сейчас, пока вы сюда ходите за знанием, а туда ходите отправлять свой ритуал, веру, как вот по привычной себе традиции, понимаете? И это понятно, потому что сейчас микс, смешение культур всяких разных произошло. Вот, но в какой-то момент вы сами захотите определиться. Вот, и тут я вам не буду помощником,
Это решение, которое вы сами должны принять в себя. То есть взвесив внутри себя в этой своей системе ценностей и приняв там решение. Но то, что вы точно должны знать, что я хочу, чем я вам хочу помочь. Знайте, что не ведитесь на провокации типа предательства веры там, или что-то еще. Потому что нет разных богов, нет разных верований. Это разные этапы одного и того же. В одной лекции пару месяцев назад, в Москве, когда был, я рассказывал о таком механизме, как вот разветвленная система, вот когда река, и у нее много-много притоков всяких разных, да? И вот эти вот какие-то далекие притоки, они впадают в какие-то более близкие, потом тебе еще и в конце концов в главное русло все впадает, понимаете? Вот. И если, скажем, вы живете где-то там на каком-то периферийном истоке, в каком-то там притоке, да, а потом вы решили, так сказать, вот как-то все ближе-ближе, это не означает предательство, понимаете? Ощущение предательства веры возникает тогда, когда люди говорят, вот наш Бог, а это их Бог, и в этом случае предательство, это детский сад называется, понимаете? То есть люди не видят целостной картины. Не видит целостной картины. Вот. А когда мы видим всю картину, что нету разных богов, нету разных религий, есть просто разные классы одной и той же школы, понимаете? Все по-другому начинает выглядеть. Если вы из первого класса перешли во второй, это что теперь? Теперь у вас во втором классе другой учитель, да? Вы предали учителя из первого класса? Нет. Они же учителя в одной школе, они же в одной системе находятся, понимаете? То есть вот такого рода вопросы, они решаются через расширение сознания. А если все вот так вот по-сектантски, узко, наш Бог, их религия, русская, не русская, вот тут, да, почва предательства веры, понимаете, как пафосно звучит. А это на самом деле просто проявление невежества и не более того. Если мы представим себе, что есть один Бог и все живые существа, его частицы, просто они все на разных уровнях находятся и в разных местах разные исторические традиции сформировались, и поэтому ощущение какой-то отдельности. Посмотрите на эту амазонку из космоса, вы видите, что это один бассейн, одна река. А когда там одни аборигены живут на одном притоке, а другие на другом, они думают, какие-то разные реки. Потому что у них нет такого взгляда из космоса. Она слишком огромна. И они, может быть, там ходят на километр туда, километр сюда, но у них полной картины нету, понимаете? Поэтому у них ощущение, что вот это наше, а это ваше. Чего вы тут за нашу территорию зашли? Все это разговор на уровне детского садика, понимаете? Шримад Бхагаватам ки джая, Шрила Прабхупада ки джая, Хари Кришна.